Песни, стихи, театральные постановки. На сцене Самарской филармонии ожившие истории ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Номера подготовили учащиеся 29 школ Самарской области. В зрительном зале ветераны. Именно они вдохновили ребят рассказами о подвигах в годы войны. В их числе участник Сталинградской битвы Сергей Сергеевич Алехин. Шел мне 16-й год, но я сказал 17, чтобы меня взяли в армию. Меня все-таки взяли, потому что немцы подходили к моему родному городу Ростову-на-Дону. Нас четверо шли с боями, но отступали. Муторно было по Кавказу. Но у реки Терек остановили все-таки немцев. В середине октября нас перебросили срочно под Сталинград. Радость победы и боль от потерь – главные мотивы школьных постановок. Проект реализовали при поддержке фонда президентских грантов. Это же очень интересно и познавательно, когда ребенок вникает, он книги поднимает, идет в библиотеки, это все остается в нем на всю долгую оставшуюся жизнь. Я надеюсь, что все, что они сегодня впитали вот, от людей старшего возраста, от ветеранов, тружеников тыла, останется в их сердцах, и они своим детям и внукам будут об этом рассказывать. Три лауреата и победители в 10 номинациях. Авторов лучших номеров наградили во время гала-концерта. Но главное, отмечают организаторы, это неразрывная связь поколений и память о подвиге народа, который освободил мир от фашизма. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.